Воспитанники гимназии номер 16 «Интерес» приняли участие в телевикторине «Мы грамотеи». В знаниях русского языка они опередили школьников из Балашихи. С победоносной командой и педагогами встретился наш корреспондент. Они разного возраста и из разных классов, но тяга к новым знаниям и стремление совершенствоваться собрали их в одну команду. Задача у ребят непростая – защитить честь родной гимназии и городского округа в телевизионной викторине по русскому языку. Поэтому после уроков они не спешат расходиться по домам, а снова садятся за парты и готовятся к интеллектуальному бою. Ликуйте, люди, либо любуйтесь любознательными, любомудренными, лицеприятными либерчанами. Чуть больше месяца репетиций, постоянных мозговых штурмов, и вот они уже на большом экране. Самопрезентация, состоящая из словно одну и ту же букву, отточена до идеала. Ликуйте, люди, либо любуйтесь любознательными, любомудренными, лицеприятными либерчанами. Любопытные, любезные, лучшие, лишены лукавства, ленности, лицемерия. Лишаем лоска лоботрясов, любимчиков, гунов. Любимый лозунг – ликвидировать лодырничество, лживость, льстивость. Лицезреем любую литературу. Любимые легендарные личности – Лермонтов, Ломоносов, Левитан. Любим лидера, легенду либерчан – Любе. Автор этих строк – Алика Строганова. Ученица 7 класса славится выразительным чтением стихов. Составить тексты словно букву «Л» помогли словари и, конечно, друзья по команде. Нам понравилась буква «Л», потому что мы живем в городе Люберцы, которая начинается с буквы «Л». Если мы любознательные, значит, мы любим легендарных личностей. Решила покопаться в энциклопедиях легендарных личностей, потом все соединила в связанный текст. Капитан команды Зуфарбек Закиров учится в 9 классе. Один из любимых предметов – русский язык. На предложение поучаствовать в программе «Мы грамотеи» согласился, не раздумывая. Я об этом проекте узнал довольно давно, в классе в 7-м, и очень часто смотрел программы, потому что они очень увлекательные и интересные. Перед началом записи было, конечно, страшно, очень страшно, потому что ранее я в таких программах не участвовал, и была, конечно, боязнь камеры, боязнь, так скажем, сцены. А третья участница команды Анна Карнаух уже опытный телеигрок. В программе «Мы грамотеи» она участвует во второй раз. 2 года назад встреча с соперниками закончилась в ничью. Сейчас, накануне выпускного, школьница довела дело до конца. Завоевала для любимой гимназии победу. Для меня это символично, потому что, во-первых, это 20-й год, десятилетие новое. Я оставляю за собой 2 награды, которые уже там стоят. И также я выпускница 20-го года. Ну, это довольно красиво звучит. Немаленькую роль в этой победе сыграли учителя. Они готовились к программе не меньше самих участников. Ежедневно, до, во время и после уроков повторяли с ребятами пройденные темы. Настолько они меня просто ошеломили. Они были такие спокойные. Мы за кадром нервничали у этих телевизоров. А они спокойные, рассудительные. Ну, так, потому что талантливые дети. Поэтому очень все у них получилось хорошо. Кастинги, репетиции и съемки остались позади. Сейчас у ребят обычные учебные будни. Но в отличие от остальных школьников, они могут с уверенностью заявить – мы – грамотеи. Луиза Игазарян, Валерия Абсалямов, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Анна Троян, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.